Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я же продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я зашла в такой вот проект. Это рекламный проект ТСР Fast, где мы здесь можно как бы зарабатывать на просмотре рекламы и также рекламировать свои проекты. Вот так вот он выглядит. Здесь все можно прочесть. Мы будем вот за просмотр тизеров и за просмотр сайтов. Здесь нужно будет установить расширение. Как бы вот пользователей уже 4000 человек. Значит, регистрация у нас здесь. Так, логин, email, пароль, капча. Нажимаем зарегистрироваться. Я уже, естественно, зарегистрирована. Я перейду сразу в аккаунт. После того, как вы зарегистрируетесь, попадете в такой вот кабинет. Это уже у вас этого не будет. Это мое все. Здесь я еще расширение не устанавливала. Как бы все в режиме онлайн. Значит, ну что, вот здесь мы нажимаем вкладочку «Установить расширение». Так, и установить, у кого какой браузер. У меня Chrome. Нас перебрасывает в магазин. Нажимаю установить. Так, установить. Идет проверка. Так, вот такое вот у вас появится окошечко. Так, расширение TSR Fast установлено. Так. И вот появится оно у вас в правом. Здесь мне вам не показать будет. Сейчас я на него нажму. И, пожалуйста, вот этот аккаунт будет как бы, да? Так, давайте я не так. Я вот это закрою. Сразу в кабинет перейду. И вот оно, вот это расширение, оно будет стоять. И здесь нам будет наш баланс. Вот начался, вот видите, появилось окошечко. Вот за это мы будем как бы получать денежку. Нам будет на баланс поступать. Значит, ну и наш заработок. Так, можно, если не хотите, можно перейти. Можно как бы это все закрыть. Далее, вот это вот наш главный кабинет, здесь можно как бы рекламировать свои проекты. Я вот здесь на пробу уже закинула денежку и установила как бы рекламу, ну, проверить. Значит, главное добавить компанию. Значит, сюда как бы что у нас? Пишите тизер или что? Я оставила вот тизер. Далее выбираете файл изображения, картинку. Прописывайте сюда заголовок. Далее опишите ваше предложение. Ну, предложение я как бы и заголовок, и это как бы одно и то же. Далее сюда реферальную ссылочку вставляем. После того у вас здесь вот как бы вот это появится, как будет выглядеть ваша рекламка вот такая, да? Ну и здесь настройки. Таймер 5-15-30 секунд. Далее показов человеку за сутки, сколько он. Далее показ в минуту. Так, здесь я ничего не трогала, я оставила все как бы по умолчанию. И что, стоимость одного показа, смотрите, 2 копейки. 1000 показов, 20 рублей, согласитесь, это недорого. Вот. И далее нажимаете добавить, и там все по схеме, там все очень просто. Это для тех, кто будет рекламировать. Я думаю, тут разобраться несложно. Далее, здесь вкладочка «Пополнить». Это все только по желанию. Как бы здесь все это мы зарабатываем вот на этом расширении бесплатно. Вот мне пошла капать копеечка уже. Далее, здесь вот это уже кто захочет пополнить.
Как я уже сказала, это по желанию. Здесь вкладочка «Вывести». Вот, сумма в рублях. Здесь вот WebMoney, Payer и все. Так, здесь наш заработок. Ну вот, на что мы, вот наше расширение, на чем мы будем зарабатывать. Так, далее здесь будет наша реферальная ссылочка для привлечения рекламодателей, кто хочет рекламировать свои проекты. И ссылочка для пользователей, кто хочет зарабатывать, скажем так. Здесь помощь, новости и в настройках. Что мы делаем в настройках? Можно загрузить аватар, далее указать пол, мужчина, женщина, и год рождения. Нажимаем сохранить, и все, вот таким вот образом мы как бы будем зарабатывать. И вот, вот это у меня рекламный счет, так как я больше 50 рублей закинула, мне дали еще тут пару копеек. А это вот счет на вывод, вот этот вот у меня пошел. Ну и здесь показывают, сколько человек онлайн. Вот кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь, устанавливайте расширение и зарабатываем. А денежка все капает. Видите? Ну все на этом у меня. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.